13 мая мусульмане во всем мире будут отмечать Ид-аль-Фитр – праздник по случаю завершения священного месяца Рамадан. Гуляния на Уразу-Байрам ежегодно носят массовый характер. Например, в Саратове торжество под названием «Ураза-Байрам для всех» уже стало традиционным. Окончание поста вместе празднуют и мусульмане, и представители других конфессий. Однако пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в жизни людей. В этом году традиционных гуляний не будет. Но это не значит, что праздник отменяется. Чтобы поделиться особой, торжественной атмосферой со всеми, мусульмане Саратова подарят горожанам красочный салют. Увидеть яркое шоу можно будет 13 мая в 22:00. Кроме этого, 11 мая в 22:30 с территории Саратовской соборной мечети в небо будут запущены 1100 светящихся шариков в честь юбилея официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. А 13 мая Духовное управление мусульман Саратовской области планирует организовать бесплатный проезд в городском транспорте.